В новом выпуске проекта «Север – это судьба» мы расскажем о заместителе главы региона Ольге Вовк. Смотрите программу в эфире телеканала уже сегодня в 21:00, а также в субботу в 13 и в воскресенье в 18:30. «Золотой час», «Маленький принц» и фантастические проекты советских архитекторов. Весь Мурманск микрорайон будет накрыт куполами. В новом выпуске проекта «Север – это судьба» узнаем у заместителя губернатора Ольги Вовк, почему она не любит мегаполисы и как вредные вопросы круто изменили ее жизнь. Мне Андрей Лашин говорит, выходи работать, хватит умничать. И как счастливый случай уберег от авиакатастрофы. Смотрите в эфире, в социальных сетях и на сайте Arctic TV.